Меня зовут Эльдар, я вот в целом, у меня есть мысли о том, чтобы продолжать обучаться играть на гитаре, но я как бы играю на гитаре уже, вот, и хотел бы как-то дальше развиваться, пытаться какие-то вещи играть. То есть у меня опыт игры на гитаре есть. Вы как играли по аккордам? И аккорды. Я, в принципе, основные аккорды знаю, вот, но я больше хотел бы, знаете, в стиле фингерстайл попробовать поиграть, или же классику наоборот, вот что-то вот такое Ну, вот. что касается нот, да, без проблем, я вам могу дать базу. А у вас, я так понимаю, акустическая гитара, нет? У меня акустика, да, в целом даже неплохая, как мне кажется. Я не очень сильно разбираюсь. Нотную грамоту пока, ну, как бы не знаете, да, в принципе? Ноты я не знаю, да. Ну, что-то такое там. То Да, есть, сыграю. да. Давайте я свою гитару возьму, это ученическая, не особо ее люблю. Ученик, да, ставил какой-то. Нет, у меня 4 гитары в комнате для разных возрастов для детей. Вы прям классику, да, играете, я правильно понял? Ну, классические произведения. Ну, допустим, если ко мне приходит ребенок, он говорит, хочет там, допустим, песни учить. Мы с ним песни играем по аккордам. Просто я сам играю 1,5 года на гитаре. Вот, я как бы играю, мне нравятся, знаете, вот эти вот там какие-то штучки по гитаре, там Ну, я что-то такое. поняла вот эти все. Бочка. Да. Вот, ну как бы фингерстайл, да, вот это, как это Да, правильно. фингерстайл. Вот. Мне вот больше бы сюда, если бы можно, и в Я эту. поняла, но вот фингерстайл, не знаю, насколько я смогу вам дать его фундаментально, скорее всего, нет. Я не особо люблю стучать по гитаре. Ну, не то чтобы прям стучать. То есть у меня, вот, например, если не против, я сейчас играю, что я вот как бы. Вот сейчас. Всем привет! В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за донаты пользователя по имени Санек, Ленара Джилмудинова и Николая Кравченко. Спасибо вам большое за донаты. Женя, тебе отдельное спасибо. В общем, ребят, снимал для вас новый ролик, отснял двух преподавателей, и произошла одна неприятная ситуация. У меня это впервые в жизни произошло. Люди, которые подписаны на мой инстаграм, кстати, вот он здесь, обязательно подписывайтесь, знают конкретно, что у меня произошло. Сидел я, значит, записывал новый ролик в YouTube, и произошла одна очень неприятная штука. Со мной такое впервые в жизни происходит. А конкретно от гитары во время игры отошла вот эта деталька. Это от порожка вот этого. То есть она была вот так вот у меня. И теперь у меня гитара звучит вот таким образом. Второй гитары у меня уже нету. В общем, сапожник остался без сапог. Мастер сказал, что это не очень быстро лечится, поэтому придется немножечко подождать. Но делать так, чтобы вы ждали ролик еще больше, я не хотел, поэтому принял решение. Двух преподавателей, которых я успел отснять, я вставлю в этот ролик, а остальных возьму из предыдущих роликов. Для новых зрителей это будет интересно посмотреть. Для олдов, так сказать, это будет прекрасная возможность пересмотреть интересные моменты. Плюс я буду еще немножко комментариев вставлять. Простите, что так получилось. Впервые такая штука в моей жизни не произошла. Надеюсь, все исправится и все будет хорошо. Боев очень много.
А вот от такого, допустим, до... И до такого, в принципе, их очень много, и их можно тоже изучать. То есть... Ну вот этот бой я, кстати, знаю. Самый обычный бой. Вот. В принципе, если вас интересует произведение, допустим, из... Допустим, Where is my mind? Есть от Пиксис прекрасная песня. Я могу вас тоже пару таких песен научить. Вот как. Ну вот, вот такого плана тоже. Я понял, прикольно. Есть очень много песен. В принципе, их для меня лично как какой-то проблемы нет их изучать, потому что я их учу все за 15 минут, поскольку стаж очень большой. Вот, если вас интересует какая-то определенная песня, вы можете меня просить ее до урока выучить, и мы вместе с вами ее разучим. Это, в принципе, несложно. Хорошо, да, вопросов нету. Но но вы все равно как бы на акустике тоже, да, играете, я правильно понимаю? Я играю на любых видах гитар, да, от баса до укулеле. В основном, конечно, акустика и электро, так что вот. А еще, может быть, что-нибудь сыграете? Так, посмотрим. Так, сейчас есть песня. Что-то у меня сейчас за гитарой. Сейчас, секунду, я отойду за другой. Да, конечно, как скажете. Сейчас, секунду. Это вы сейчас играли Red Hot Chili Peppers, я просто услышал? Да, вот это. Такого тоже есть. А Металлику, может, играете? Ну, из Металлики я знаю только перебор. А вы, может, ютубер какой-то или там прикол какой-то, потому что, как бы, даже я вот так вот не сыграю, как вы сейчас это делаете. Нет, я же не с нуля обучаюсь играть вот на гитаре. Вот. Просто, в принципе, если так, может быть, мне другого преподавателя я могу поискать. Как вы скажете, потому что я если же вас, не очень... Если вас больше интересует именно углубленный фридинстайл там с всякими щелчками и так далее, то я думаю, к другому, да. За все время, что я снимаю ролики с преподавателями, мне попадались абсолютно разные учителя. Вот, например, преподаватель, который просто поразил меня своим голосом. Tears in Heaven. Да, всякие вот типа такие вещи. А, вот это я знаю. Sting, да, Shape of My Heart. Что-нибудь в духе Dust in the Wind. Да.
например, преподаватель по электрогитаре. По-моему, это не человек, а какая-то шред-машина. Просто посмотрите, что он творит, он мне на стриме попался. А вы вообще что играете? Ну, не знаю, тебя слышно сейчас? Да-да-да, круто. Ну, всякий рок, поп. У меня кошка там чуть лезет. Там всякие сольные. Ну или там стандартные классические. Ну и так далее, в общем. Я все понял. Это вообще на самом деле сейчас безумно круто, что мы сейчас сыграли. Я сейчас играю немного в шоке. Я даже немного жалею о том, что я вообще так зациклился на фингерстайле, потому что это очень круто. Было очень много разных роликов, которые особо не запоминаются, но мне они почему-то нравятся. Не знаю, возможно, на них какие-то преподаватели особенно приятны. Не знаю, смотрите сами. А у вас есть какие-то произведения или любимые гитаристы там? Ну, произведения, конечно. Ну да, я вам сейчас сыграю, что я могу, конечно. Но это самое сложное мое произведение, то есть это максимум, что я умею. Ты вот прямо сейчас разучиваешь, и она тебе прям, не знаю, тяжело дается. Тяжело дается? Так, ага, так. Не так? Нет, все как раз таки так. Все нормально? Как бы вам сказать. Тут скорее мне надо у вас уроки брать. А. Thank you.
стилю просто больше играть. Да, да, я понял. Ну, я могу вам пару научить чего-то. Нойз, знаете группу? Не, Нойз, ну, послушаю с удовольствием. Там песня есть «Выдыхай» такая прикольная. Это медленная композиция. Ну, интересная мелодия, интересно. System of a Down, Toxicity, вот, например, я недавно разбирал сейчас. Штучки. Но это прям вот чисто интернетовская такая штука, то есть это в фингерстайле это очень популярно. Но я вот понял, именно ищут преподавателя, чтобы именно по фингерстайлу. Я вижу, ты круто поешь, но, блин, я так... Ну, ты стучишь прям круто, я так не стучу. Ну, то есть, я не умею так стучать. Закончить, наверное, хотелось бы словами именно вот этого преподавателя. Очень правильные слова. Там, в завершении хотел бы сказать пару фраз. У вас все в плане техники нормально. И я вижу, что, ну, в принципе, там есть потенциал, да? Но немножко разберитесь в схеме музыки, как она устроена. То есть, именно тяготение мелодии к гармонии и наоборот, гармонии к мелодии. То есть вот в этом направлении немножко хотя бы углубитесь. Я понимаю, что не у всех задача там стать суперартистом или еще чем-то в этом роде, но это все-таки ближе к музыке, да? То есть все мы занимаемся инструментом не потому, что там нам нравится пальцами по рифу бегать, хотя это тоже приятно. Но все-таки первоначальная цель – это обучение музыке. И вот в этом ключе немножко двигайтесь, вне зависимости от того, будем мы с вами заниматься или нет.